Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своих страницах в социальных сетях рассказал, как идет реставрация объекта культурного наследия водолечебницы Константина Генали в Балаклаве. Работы начались в апреле. На объекте трудятся специалисты из реставрационно-производственного объединения «Тавр». Сейчас мы уже практически заканчиваем выщенку, это замена камней, заканчиваем инъекционные работы. В данный момент мы вручную восстанавливаем по старым технологиям подоконники, замковые камни и арки. Мы расчистили и расшили, то есть вот старые перегородки, вот, в которые были вмурованы ионические колонны. Вот, сейчас они готовятся к реставрации. Все лишние сооружения вокруг лечебницы, которыми здание побросло с момента постройки в 1906 году, демонтировали. Рабочие собирают временную кровлю, которая защитит объект культурного наследия, где продолжается реставрация от дождей в межсезонье. Напомним, специалисты производственного объединения «Тавр» займутся и противоаварийными работами в кинотеатре «Родина». Севнаследие выдало соответствующие разрешения. Здания будут приводить к историческому виду начала 20 века. Во вторник, 17 сентября, здесь начали устанавливать ограждение, которое, как обещают, не перекроет проход по набережной Назукина.